Открывать накопительные счета по программе «Келешек» казахстанцы смогут уже в этом году, сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек. Новый механизм поможет родителям за несколько лет собрать сумму, необходимую для получения ребенком высшего образования. Чиновник отмечает, что к моменту окончания школы удастся накопить необходимую сумму. Где-то на счете уже будет накапливаться к моменту поступления ребенка к вузу порядка 3,5 миллионов тенге. На него сверху еще будет добавляться деньги со счета национального фонда, и где-то порядка 10 тысяч долларов мы будем накапливать. Если же родитель хочет накапливать быстрее, либо большую сумму, то кратно вот этого месячного расчетного показателя. Но минимально один мы нагрузку не даем на любую семью. В случае, если ребенок поступит на грант, накопившиеся деньги можно будет потратить на приобретение жилья, либо на обучение других детей с той же семьи. Государство обещает вносить гарантированный стартовый капитал. Государственная гарантированная ежегодная премия в размере 5-7%, премии от банка второго уровня, компании по страхованию жизни. Поэтому это альтернативный способ гарантирования получения ребенком доступа к высшему образованию. В случае же, если грант выигрывает ребенок, гранты остаются, мы будем увеличивать их количество.